Журналисты, аккредитованные в ООН, высказались об успешном опыте Казахстана по возвращению своих граждан из горящих точек с планеты. Среди них главный редактор American Television News Ахмед Фархи. Операцию «Жусан» назвал знаковым событием и примером для других стран. По словам журналиста из американской службы новостей, опыт Казахстана необходимо изучать в разных столицах мира. Операция «Жусан» стала знаковым событием. Она связана с острым кризисом, с которым мы столкнулись из-за действий террористических организаций. Руководство Казахстана поступило по-человечески и прагматично, заявив, что не оставит своих граждан одних в условиях войны. Кроме того, среди них были женщины и дети, которые ни в чем не виновны, не совершали преступлений. Опыт Казахстана тепло приветствуется на международной арене, и его изучают во многих столицах, особенно в странах Европейского Союза, которые пока еще не предприняли таких же действий и до сих пор решают, что делать со своими гражданами в зоне конфликтов.